продолжении линейки Ideafone компания Lenovo выпустила новый смартфон S720. Яркий и жизнерадостный цвет предполагает, что его обладательницей станет представительница прекрасного пола. А значит, смартфон просто обязан комфортно располагаться в руке и радовать большим ярким экраном. Сенсорное управление и удобная работа с приложениями – обязательные атрибуты. Система Dolby Digital Plus и два фронтальных динамика отвечают за стереозвучание. Важный плюс для тех, кто любит разумную экономию – две сим-карты. Например, удобно использовать отдельную сим-карту с выгодным тарифом на интернет и отдельную для общения. Операционная система Android 4-го поколения – это полный комплект привычных возможностей, удобный доступ к социальным сетям и множество игровых приложений. Сердце смартфона – мощный двухъядерный процессор, быстрая работа обеспечена. Функция фото-видеосъемки здесь также на высоте, благодаря встроенной камере с автофокусом. Коллекция самых ярких моментов в вашем смартфоне. Предусмотрена также фронтальная 1-мегапиксельная камера для видеозвонков. Надежная батарея позволит поддерживать разговор до 12 часов и пребывать в режиме ожидания более 10 дней. Смело планируйте путешествия и поездки, не беспокоясь о зарядке. Lenovo Ideafone S720 создан специально для тех, кто любит яркие впечатления и живет в ритме большого города. М-видео. В шаге, в клике, по звонку. Потому что нам не все равно уже 20 лет.